Ежедневно перед выходом на маршрут в салонах транспортных средств проводится полная дезинфекция. Дважды в день обрабатываются поручни, перила, ручки и подлокотники с использованием безопасных для пассажиров средств. Эти меры необходимы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На длительных маршрутах это делает сам водитель. На конечной остановке пассажиры высаживаются, автобус открывается для проветривания и проходит санитарная обработка с помощью дезинфицирующего раствора. Водитель работает в маске, в перчатках. Данная процедура занимает 10-15 минут. Расписание не нарушается, все автобусы работают согласно графику. Санобработка не единственная мера профилактики. 17 марта водителям запрещено продавать билеты пассажирам за наличный расчет. Оплатить проезд можно с помощью карты «Стрелка», банковскими картами и мобильными устройствами с функцией бесконтактных платежей. Водители автобусов снабжаются дезинфицирующими растворами, салфетками, одноразовыми масками. Ежедневно проходят подробный инструктаж и обязательный медосмотр перед сменой. При малейших отклонениях от нормальных показателей сотрудник предприятия отправляется домой. Как правило, визуальный осмотр, и, естественно, если у человека осипший голос, насморк, там, кашель, то тогда человек до работы не допускается, ищет тогда замену этому водителю, и водитель отправляется на больничный. Такие меры по дезинфекции проводятся не только на пассажирских автобусах, но и в каждом такси. Если вы заметили, что подобные действия не выполняются, обязательно позвоните по телефону горячей линии. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».